Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы на канале Безель, с вами по-прежнему Алексей. Сегодня вашему вниманию я представлю новинку 2020 года. Это уменьшенная версия Seiko Alpinist. Назовем его Baby Alpinist. В размере корпуса 38 мм. Истоки альпинизма и серии часов, которые выпускались специально для японских альпинистов в 60-х годах, назывались Laurel Alpinist, и, собственно, себя очень хорошо зарекомендовали и очень полюбились многим коллекционерам уже на протяжении не одного десятка лет. Собственно, были такие переиздания моделей в 93-м году, в 95-м, в 2003-м и с 2006-го SARP 17, 0.17, который был зеленого цвета, максимально плотно вошел в коллекционные сеты огромного количества людей по всему миру. С 2020 года модель, которую мы вам сегодня хотели бы представить, она идет под референсом SPB-155, или как у нас на обзоре сейчас для внутреннего рынка HDM SBDC-115. С 2020 года конкретный альпинист входит уже в серию Prospex, о чем мы видим логотип буквы X, X на 6 часах. Часы с невероятно красивым темно-зеленым градиентным циферблатом, который состоит из маленьких песчинок. Играет совершенно по-разному, все зависит от угла света и оттенка этого же света. Это премиальная уже коллекция с улучшенным механизмом 6R35, запас хода 70 часов. 24 камня. Красоту они эту не скрывают, они ее нам демонстрируют за счет задней крышки. Вот такой вот ротор. Женевские волны, не женевские, у Seiko, видимо, своя в этом вопросе философия, как мы видим. Такая вот красота. Застежка у нас литая, с фиксатором на кнопках, браслет. Все сделано очень добротно. Что, собственно, перекочевало в Baby Alpinist с предыдущего SARP 0.17, это меня лично очень порадовала заводная головка, которая идет на резьбе. Не зря здесь 20 бар. Сапфир слегка вот такой вот с приподъемчиком, очень-очень минимально. Длинная минутная стрелка, как вы видите, она прямо цепляет дорожку конкретно разделительных индексов. Очень-очень достойно сейчас вот мы видим движется секундная стрелка, которая тоже длиннющая, с красным ободочком. Еще раз по размерам. Корпус уменьшенный, 38 диаметр, толщина 12,9 и высота лук-ту-лук 46. Еще они отсюда убрали азимут, это внутренний рант компаса, который был укомплектован отдельной крутилкой для того, чтобы можно было по солнцу определять направление. То есть уже это больше модель для использования повседневного, не обязательно быть альпинистом. Seiko радует всех своих огромную армию своих почитателей по всему миру. Заводная головка без буквы S. Было бы неплохо здесь увидеть, но, к сожалению, нет. Вот такие вот
Вот такие полированные ребра. Люмен Брайт на стрелках, на индексах. Сейчас я вам покажу, как эта модель садится на мое запястье. Запястье 17,5. Вы знаете, это мой размерчик. Садится великолепно. Хотя, казалось бы, 38, но за счет 46 по высоте очень достойно. Благодарю, что вы досмотрели этот ролик до конца. Это канал Безель, канал душевных разговоров о наручных часах. И до новых встреч!